Хорошо. Давай бегом вокруг дома. Идеально хотя бы можно на тебя посмотреть. Так, ну ту у нас получается служащий на земле, короче. Я Ванюша, и сегодня мы будем помигать Schoolboy Runway, но с модом армия, который начал это мод, очень популярен. Вот, я скачал этот мод, наконец-то мы с вами поиграем, и вот, и те, кто очень часто меня смотрит, вот, я извиняюсь, что у меня не было много, очень долго на видео, потому что, во-первых, я заболел причем два раза. Фиг пойми как, я не пойму, это за один месяц, это раз, потому что мне было капец как плохо. А во-вторых, я уже не знаю, что мне снимать видео. Вот. Я закачал какие-то игры, я надеюсь, что мы с вами поиграем, соответственно, вот по голосу можете определить, что у меня что-то не так с голосом. Да, я заболел, все еще болею, мне еще целую неделю не идти в школу. Короче, давайте не будем о плохом, а начнем в том, что мы сейчас будем с вами играть в Schoolboy Runway. Вот, здесь у нас модик армия, как я говорил ранее. В принципе, фон мне, честно говоря, неплохой. Вот такой прям армия и тому подобное. Так, ладно, давайте нормальный, дефицит, экстрим, дефицит. Давайте легкий, потому что, простите меня, я этот Schoolboy Runway играл последний раз, как раз, когда я снимал видео. Так, нажимаем. Погнали. Ё-моё, я не видел этот мод вообще. Я видел, что это как вот, ну там будет, ой, этот мод классный. Так, версия 4.2. Ой, подожди, 4.2. Прикольно же. Ох, а мамаша-то у нас тоже. Я моде. Здесь, конечно, кое-как я буду определяться. Именно что здесь все запутано уже. Что это? Что это? Подожди, стоп. Это что? Что это такое? Двойка? Замечательно. Здесь куча пятерок, какие двойки. С ума сойти. Подожди, а что это? Это получается в СССР, что ли, или что это? Я не понял, это диплом, что ли, или что? Хорошо, опачки. А что это? О, что у меня вообще не работает? А, нет, работало. Так, что это? Общий военный устав вооруженных сил СССР. С меня мы живем в 24-м году, и у нас уже... не СССР, а уже отдельные. Так, устав внутренней службы... Так, служба тренинг устава. Москва... Что-то там размазано. Хорошо. Вот это, что это такое? Так, боевой устав. Только, правда, слева направо написано, да ладно. Так, мне бы вспомнить бы, как играть, и еще бы вспомнить, что я играю с модом, так что давайте оцениваем еще. Здесь единственное, мне нравится, что здесь все, это все замазано, поэтому здесь может запутаться, где дверь, а где эта стена. Так, я играю на легком сложном уровне, хорошо. О, лампочка сразу, я уже забыл. Так, хорошо, здесь у нас ничего не валяется обычно, как я понимаю. Так, давайте компьютер включим. Здесь у нас ничего. Так. Ну, в принципе, пока что ничего. Хорошо, давай-ка дальше. Ё-моё. Здесь у нас что? Здесь ничего, здесь тоже ничего. Идеально, просто мечта. Ё-моё, прям горячая казарма, я хочу тебе сказать. Что у нас здесь дальше есть? Здесь у нас ничего. А, ой, я ж могу так. Ой, ё-моё, точно, я забыл. Так, подожди, а как-то. А, здесь нельзя, здесь вот, ладненько. Давайте вот так вот, так. Здесь у нас ничего не валяется. Так, здесь батарейка нам не нужна. Батарейка, мы будем бегать самым легким способом. Это, соответственно, через крышу. Так. Пароль, я надеюсь. Ух ты. Кратно вот так, я хочу сказать. Почта, папаша пока что. О, а что это у нас такая? А, здесь не видно. Россия. Вот все время что-то. Я забыл. Я сам тебе забыл в том, что именно. Я играю, именно я так долго пока думал, ребят, я не понимаю. Я вроде бы походил эту игру и на челленджи, но... Прости меня, я не знаю, почему я играю как нубик настоящий. Такой, давай-ка сейчас мы уже не будем тупеть, потому что мы слишком сильно тупанули. Так, давай-ка в бойтиную комнату зайдем. Так, бойти у нас, господи, это у нас татушек или как это называется. Хорошо, я надеюсь, я побыстрее найду, чем бойти кто-то напишет. Так, ничего у нас обычно не бывает. Так, здесь ничего у нас. Конечно, не очень удобно сортироваться. Так, здесь у нас ничего. Вместе здесь, да? Так. Хорошо, давайте сейчас мы будем вазу вытаскивать.
Так, слава богу, что нас никто ничего не заметил. Вот так, у нас щик. Так, это ключ выбираем. Вот так, щик. Опа. Я потом не полагаю, как я сейчас буду у бати что-то спиратить. Я кое-как играю вообще, как я не знаю, как кто. Так, давай-ка лампочка сюда. Так, это пихаем сюда. Включаем. Что у нас здесь есть? Палочка. Тряпочка. Тряпочка нам не нужна, как всегда. Сейчас бы надо вспомнить, как играть это. Так, о, идеально. Так, отправить режим сна. Хотя зачем я режим сна беру, если ко мне в комнате никто не заходит, в принципе. Хорошо, обычно я читаю до 7 на французском, сейчас на русском, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, наверное, достаточно. Даже больше, чем достаточно. И как-то ниже, конечно. Так, диклофосик. Идеально, ничего, ничего. Угу. Так, здесь ничего. Здесь ничего. Здесь тоже. Ничего, валим, валим! Я прям. Почему? Поймал. Хорошо. Давай бегом вокруг дома. Идеально, хотя бы на тебя посмотреть. Так, ну ту у нас получается служащий на земле, короче. Так, ну, в принципе, вот такой настоящий вояк, прям мощнейший. Чина, что у тебя? Беги! У тебя молоток. А, молоток-то, в принципе, понадобится. Так, здесь еще одна доска, соответственно, мне нужна отвертка. Так, ага. Давай-давай, быстрее! Мне по-любому надо попробовать мамку вымолить. Так, а здесь у нас что? Подожди, а здесь у нас что? А, здесь это... От жира, короче, нет, от жира мне не нужно. Хорошо, что нам нужно сейчас подумать? Еще раз батю выманить, я могу сказать так. Нужно еще раз выманить. Посмотреть на отряд наверху, потому что наверху тоже может быть какая-нибудь говно, которое нам очень сильно не помешает. Так, здесь вот так вот попытками. Да, ключи. Ключ от машины. Охренеть, мне реально она нужна. Так. Иду, иду. Идеально, что ты идешь. Ну, либо надейтесь, что мама. Ух ты, ё-моё, всё армейское. Так, дети есть. Ё-моё, здесь ничего нету. Так, опа, опа, опа. Я уже не успею ничего сделать. Аккуратно, аккуратно. Могу вот так, щик. Чем ты меня пугать-то? Да. Так вот. Так, хорошо, я теперь уверен, что мамаша уже открыла окно. Ох, господи, я не заметил ее. Она так материлась, я забыл, что именно этот наряд для маскировки. Я уже, господи, забыл совсем об этом. Зачем этот наряд нужен? Так, это подходит. Ну, значит, сюда, ё-моё. Сюда. Я забыл, мне еще молоток вместе с гвоздями нужен, господи. Давай-ка попробуем сейчас мамашу выгнать отсюда. В надежде в том, что она пойдет наконец-таки свои цветы поливать. Так, вот сюда, давай, мясо, мясо. Вот здесь отвертка есть. Достаточно именно этого, мне тоже достаточно. Быстрее, опа. Так, пойду. Идеально. Так, здесь. Есть что-то? Здесь, господи, почему у меня так клавиши? Прям нажимать нужно максимально сильно. Значит, вот этот выйдет, дойдет и все. И мне капец будет. Единственное, я надеюсь, по крайней мере, что она... Дами, я только сейчас понял, что я как бы имею ключи от машины. Почему вы раньше молчали мне это? Так, хорошо, вот ключи от машины. Сейчас я надеюсь, что там будет гвозди. А, потому что молоток у нас собаки, как я ранее говорил, да? Да. Так, что там? Гвозди. Идеально. Вы быстрее. Покойся. Давай. Так. Так, здесь у меня есть шанс посмотреть, здесь что? Здесь ничего. Господи. О, ключик. А теперь мамаша-то говорит. Так, здесь я все закрыл. Спокойно сидим. Я вообще в напряжении, капец. Просто с ума сошел. Так, надо... Как хорошо, что я именно не за дверь не встал, потому что я планировал именно за дверь встать, тогда мне подшибануло бы по башке, я хочу сказать. Работает мозги иногда, тогда, когда нужно. Отлично, батя пошел. Я, по крайней мере, на этом надеюсь. Идеально. Так, ключик.
Открываем здесь, опа, кладовую. Так, здесь 100% должна быть отвертка, да, это типа логично. И здесь мы должны, а я могу без света здесь откусить что-либо? Да, идеально. Так, пусть отвертка у меня будет при себе иметь. Все, все мы сделали с вами. На легком уровне сложности, я фиг пойми, за сколько времени. Сейчас у нас в конце всегда показывает нам. Так, ух ты, здесь дверца. А крыша у нас тут не особо-то, я заметил. А, работает как бы. Так, надо пойти отлить цветы. Вот прям идеально, вот именно сейчас нужно было полить цветы. О, идеально. Идеально. Здесь крыша вообще как-то не подретрактирована, я заметил. Но ничего страшного. Зато это идеально выглядит. Для чего-либо бы. Знаешь, вот же дебилы, да. Так, опа. А почему не работает? Так, о, нет, крыша вот здесь снаружи подредактирована. Это вот здесь, внутренне не подредактировано. Мамаша, давай армию, армию. Идеально. Прям трэш вояка. А, еще дорога подредактирована. Так, здесь тоже ничего. 18 минут. За 18 минут на легкости. Ну, это получается, потому что компьютер... Ой, господи, это телефонная версия, а мне неудобно. Телефонная версия, я понесу компьютер. Ой, господи, забава. И забава, кстати говоря, дети на двое персоны тоже предактивны. Это Вика и Олег. Да, Олег его зовут, или как я его уже забыл. Идеально. Все, я надеюсь, вам понравилось видео это. Соответственно, я хочу еще несколько с этими модами поиграть. В Cool Boy Runaway. Если вы хотите, то пишите комментарии. Всем удачи, спасибо, всем пока.